Развивать волейбол в Северной Осетии, привлекать детей и широкую публику. Именно такую задачу поставили перед собой организаторы открытого зимнего женского первенства, открывшегося сегодня в СОГУ. Команд на турнире немного, всего лишь 6. Играть будут по системе каждый с каждым. Приехали юные волейболистки из Ростова, две команды из Кисловодска и одна из Абхазии. Еще две команды представят Северную Осетию. Мы решили проводить этот турнир для того, чтобы завести в город Владикавказ волейбол, чтобы наши дети были заняты, чтобы команды, которые играют в волейбол в России, к нам не боялись приезжать. Соревнования пройдут в 4 дня. Победителям вручат призы и кубки. Уже есть главный фаворит. Команда «Кисловодск-1» является чемпионом первенства Южного федерального округа и призером первенства России. В планах сделать турнир традиционным и ежегодным. Уже в следующем году предполагается расширение до 10 команд. Феликс Макеев, Артем Балатаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.